Вздор и чепуха. Окей, шорткаты, все дела. Книга где-то здесь. Счастливо. О май гад, это просто вид от первого лица. Чего вы на нее смотрите, как на идиота? Вот она, там, на полке, та самая книга. И как мы, по-твоему, до нее доберемся? Что-то не припомню, чтобы МакГонагал учила нас превращаться в птичек. О май гад, тупой. А можно? Вингардиум Левиоса. О май гад. О май гад. Это просто ужасно. Понятно. Может, мы сумеем на что-нибудь взобраться? На что-то можно взбираться? Ну, типа на стол, наверное, да? А сачка ни у кого нет? Окей, ладно. Хорошо, я понял. Депульсо! Это же библиотека! Вингардиум Левиоса! Чуваки, я тут полетаю, да? Ну блин, идите в жопу. Окей, оказалось, он немножко проще. Развлекаемся. Эй, книжка, ну-ка спускайся. What the fuck? Нет, это явно не срабатывает. Я не с тобой хотел поговорить. Ты в порядке? Понятно. Тише, я позову мадам Пинс. Я людей могу убить здесь. Берегись, она опять зашевелилась. Твою мать! Трижды. Ну, хоть не на тот же самый краешек. Офигенные у вас книги! Вот так вот сдохнешь, пока книгу ищешь. Алло, гараж, можно? Я не хотел сюда забираться. Вингардиум Левиоса! Это же библиотека! Это же библиотека, но тебя все равно могут убить столом! Окей. Ладно, на геймпадике чуть попроще. Вот если бы у меня была метла. Присядь уже, вот, спасибо. Это не так. Зашибись! Похоже, она из особой секции. Сбежала, наверное. Давайте найдем укромное местечко и там посмотрим книгу. Ну, давайте. Туалет Плаксы Миртл подойдет? Прекрасно. Сраные извращенцы. Туалет Плаксы Миртл. Другое говно убирает. Где? О май гад. Вы что, серьезно? Пипец. Куда нам идти? Так, здесь надо не трогать левый стик, потому что левый стик здесь ничего не дает. Правый стик. Левый стик-то дает. Как раз движение. О май гад, серьезно? Что здесь? Пойдем в туалет Плаксы Миртл. Какая Плаксы Миртл? Вингардиум Левиоса! Окей. Это что за твою мать? Я даже не знаю, что это. Так, ну это понятно, как бы. Почему это теперь летает кругами? Так, где лево, где право? Что-то я не понял. Ну я хз, оно само встанет.
Вот это право, да. Налево. Игра налево. What the fuck? Ок. Хорошо. Ладно, пусть будет по-вашему. Вингардиум Левиоса. Спасибо. А что ты не всегда говоришь Вингардиум Левиоса? Все. Ох, это нихера себе камера облетела это все. Что это было? Это же женщина. Почему она говорит мужским голосом? А, это потому что через него пролетел призрак. Найден новый призрак. Секси призрак. Что? Ничего. Ух ты. Акцию! Нихера себе. Счастливо. Ничего. Ну ладно, может быть. Хер с ним, погнали дальше по сюжету. Нахера я этим занимаюсь? В чем сейчас заключается сложность вообще этой игры? А, окей. Привет. Блин, как же сложно крутить-то правый стик. А, в какую сторону? What the fuck? Новый день знаний. Как же медленно надо крутить правый стик, вы бы знали. Ему сюда надо что-то вливать, или что-то наливать, отличный, или что-то сливать. Денёк для учёбы. Не сюда. Плиз, игра! Не будьте анусом! Анусом должен быть я! Тут вообще что-то есть, типа, сохранений. Так, наверное... Уже 9% завершено? Я даже не играл! Ну, хорошо. Давай. А сейчас сколько завершено? 10%! What the fuck? Ну да, кстати, они же быстренькие, что это я? Я в не поиграл, и все. Я даже не понял, что я делаю. Я даже не ощутил боль. Привет. Так, нам сюда? Куда нам? Но почему меня повесили именно здесь? Спасибо. Не за что. Ну чё они стали? Чем мы будем заниматься на уроках по уходу за магическими... Твою мать, ты будешь заниматься вставлением все зубов, если уйдёшь с моей дороги. Пойдём в туалет Плаксы Миртл. Нам сюда? Я бы... С радостью зашёл? Нет, не сюда, видимо. Я не понимаю, куда ведёт эта сраная дорога. Дорога в никуда просто. Ох, тянет их по всяким туалетам гонять. Это не самое лучшее место, чтобы там существовать, в принципе. Надо, кстати, не пропускать всякие второстепенные фигнюшки. Туалет Миртл. Не понимаю, как эта книга попала в особую секцию. Это лучше, чем улица Ленина, наверное, да? Проспект Ленина. Именно. Практически. Должно быть, Амбридж ее туда засунула. Давай выучим какое-нибудь заклинание, а, Гарри? Туалете Миртл. Вот неплохое для начала. Инсендио. Тут говорится, что нужно нацелить палочку на предмет, потом взмахнуть ею вот так и произнести. Что еще раз? Инсендио. Чтоб мне провалиться. Нацеливаем палочку, взмахиваем ею вот так и произносим. Инсендио. Инсендио. Прекрасно. Теперь зажги еще один. Инсендио. Опробуем заклятие на этих светильниках. Давай, Окей, ладно. На каких светильниках? Ага. Не вижу светильников. Акция.
Ладно, потому что светильники здесь. Окей, а, видимо, здесь. О, блин, я думал, что все бомбануло. Игра вылетела нахрен. А, это ты, Гарри? Ты говорил, что навестишь меня? Да ты секс просто. Привет, выглядишь точно как я. Слушай, а полезная книжка оказалась. Гермиона, неужели ты заставишь нас отнести ее назад? Библиотечные книги созданы для того, чтобы ими пользовались. Оставлю ее себе. Пойдем в гостиную. Нам еще нужно подготовиться к походу в Хогсмид. Сириус! Что, проблемы с Амбридж? Она запретила магию. Фадж считает, что Дамблдор создает в Хогвартсе армию магов. Кто-то идет. Мне пора идти. What the fuck? Что происходит вообще? Отлично. Волан-де-Морт набирает силу, а Фадж помогает. Что же нам делать? Уже зима? Какого хрена? Как я пропустил полгода? Что я делал? Бухал? Я забыл про все как бы события Ордена Феникса. Мы должны уметь защищаться. И если Амбридж отказывается нас учить, надо найти, кто станет. Кто захочет учиться? Это точно, реальная жизнь. Точно, они создадут Орден Феникса. Они школьные занятия. Когда потому что они не могут придумать название. Ты можешь умереть. Или увидеть смерть друга своими глазами. Ты прав, Гарри. Вот поэтому нам нужна твоя помощь. Так у нас будет хотя бы шанс победить Волан-де-Морта. Волан-де-Морта, да. Все согласны. Я хочу с вами поговорить. Надо найти Невилла. Пойдем найдем Невилла. О боже мой, у них проблемы какие-то. Они постоянно хотят найти Невилла. Что там хоть пишут-то? Ладно, не важно. Не то. Стало не то. О, май гад. Так. Невилл, скотина, где ты там? Поиск, выручай комнаты, точно. Невилл спойлеры. Сказал, что будет в теплицах на кафедре травологии. Пойдем, разыщем его. Ну, бляха-муха, харе блочить. Ноу, не уезжай без меня. Все, эти лохи там остались, я теперь без них. Теперь я клёвый. Я работаю только один. Я копа-одиночка. Коп-одиночка. Не как бы вращается эти лестницы, но вращается только потому, что как бы так в книжке написано. День знаний. Успехи в учебе. Можете пройти, мистер Поттер. То есть, а если изменить пароль, ты меня тупо не пустишь, потому что тебе так захочется, да? О май гад, призрак. Попрошу седую даму помочь мне с домашним заданием. Кого, чё? Не, мне не сюда. Чё так сложно всё, а? Отличный денёк для учебы. Привет. Здравствуй. Не знаю, кто ты, но, типа, наверное, привет. И, кстати, вот эти вот картины с людьми, стоящие из четырех штук, как бы, знаете, немножко намекает на расчлененку. Так, и что это? Ну и где следы? И не надо! Маленькие еще! Он мне голову свернет, если заметит, что я до сих пор не делаю домашнее задание. Рипа! Да, надо же медленно крутить. Но почему меня повесили именно здесь? Очень надеюсь, что не надо будет это делать на скорость. Я не умею так медленно вращать правым стиком. Надо медленно. Что вы делаете? Да, да. Это просто смешно. What the fuck? Я просил комнату с видом, а получил вот это. Спасибо, спасибо. Он один из них, это точно. Проходи скорее. В следующий раз скажи горящие уховертки. What the fuck? Я просто решил починить в
кого мне входить снова? У меня нет всего трех карт. Горящие уховертки. Они следят за нами, постоянно следят. Это Филимонов озвучит или это, или мне кажется? Где мы, блин? Опа, ты хочешь играть? Привет! Пойдем на соревнование по взрыв кусачки. Ладно, давай сыграем. Ну давай. Ищите парные карты быстрее, если не найти пару вовремя, карты взорвутся. Выберите карту, выбрать. Окей. Я даже знаю, где парные карты. Окей. Окей. Нет? Фак. Ну, да ладно. Офигеть. Жесть какая. О май гад! Ну типа, я победил, нет? Не победил? Я набрал точно такой же рекорд. Повезет в другой раз. Иди в жопу! Мразота! Пошли отсюда, я потом наколдую ей маленькие сиськи. Когда я буду знать, как наколдовать маленькие сиськи? Чё? А, да, нам в тебя уже. Горящие уховёртки. О, они повсюду! Бедняга просто. Ходит горячим, говорят ему, горящие уховёртки каждый день, просто представляете? Обратись к профессору Флитвику. Привет, Невил. Симпатичное растение. Я не знаю, что случилось, не знаю. Я смешал драконий на... Что случилось? Тебя Филимонов озвучивает! А теперь эти дьявольские силки все растут и растут. Профессор Стебель выйдет из себя. Мы тебе поможем. Ай, спасибо, Гарри. Я использовал инцендио, чтобы сжечь побеги, но у меня не получается так быстро. Давайте вместе, вчетвером. Инцендио, поджигание предмета, ну давай. Как? А, да. Это было инцендио. Инцендио! Инцендио! Да, продолжайте. От него уже половина осталась. Хорошо. Мы уже почти добрались до двери. Окей. Получилось? Там внутри еще немного осталось. Не получилось. Ну, давай. Получилось? Не получилось. Получилось! А в чем заключается сложность, собственно говоря, игры? Поставил на максимум дуэли, что ли? Здесь даже, по-моему, хп нету. Что это? Жабросли. Надеюсь, мне никогда больше не придется. Это он про кубок огня, да, где ему приходилось нырять? Черт, я это помню! Какого хрена я это помню? Илья, выбрось это из головы, это не нужно тебе. Это тебе не нужно. Это тебе не поможет. Спасибо, Гарри. Я думал, тут мне и конец. Все в порядке, Невил. А Гермиона сказала тебе, что я нашел место, где мы можем практиковаться? Да. Кстати, где это? На 7-м этаже. Это выручай комната. Идите за мной. О май гад, как все сложно. Ну давай. Да, тебе. Нам на 7-й этаж. Тебе не конец, Невил, тебе езда. Это вообще разные я вещи, конечно. А стоять. Там была херня. Алло! Мой? Там была херня! Верните меня, пожалуйста, сволочи поганые, ненавижу. Я управляю персонажем или персонаж управляет мной, я даже не знаю. Пойдем, Гарри. Гарик. Шмарик. Он идет за Невилом. Тупая идея. Вот тут. Где? Вы должны очень захотеть найти место для занятий. И сразу ее увидите. Это тяжелые наркотики. Жабу Амбридж. Я должен показать, как сражаться с Волан-де-Мортом. Вот видите, я же говорил. Кто-то, по-моему, убился об стену там.
когда входил. Я не понял, Рон это был или Невилл. Превосходно! Словно сам Хогвартс хочет нам помочь. Теперь нужно найти остальных и рассказать им, где комната. А потом занятия. Какие занятия? Так что надо делать? Я повесила список отряда Дамблдора на доску объявлений. Посмотрим, кого еще нам нужно найти. Мы всех разыщем по карте мародеров. Сперва найдем кого-нибудь из отряда, а потом и всех остальных. О май гад. Я пытался выучить протегу, но у меня что-то не получается. Ты не мог бы нам помочь? Конечно, Невилл. Гермиона, ты взяла книгу заклинаний? Похоже, все не так просто. Посмотрим. Может, в книге найдутся подсказки? Да. Нужно направить палочку на выбранную цель и взмахнуть ею вот так. Протего! Ладно, Невилл, давай я тебе покажу. Повторяй за мной. Протего! Остолбеней! Здорово! Еще разок, я уверен, что теперь все запомню. Гарри, покажи еще раз! О, Гарри, давай! Сделай это! Отлично! Тудис. Видишь, Невилл, получилось! Не думал, что у меня получится! Давайте посмотрим список отряда и выясним, написано? Кого еще нужно найти. У тебя комнате 4 из 28 членов отряда Дамблдора! Мне что, всех собирать? What? Это не оно? Давайте посмотрим список отряда и выясним, кого еще нужно найти. Я пытаюсь, я не могу! Это не список, да? Так, а где, мать его, список? Так, это просто пошло по кругу. О! Так, не то. А как мне? Алло. Не знаю. Что происходит? Какой список? Чтоб мне провалиться. Это труднее, чем я думал. Взгляни на карту. Посмотрим, кто еще остался. А что, Северус Снэйк тоже? А они-то что забыли? Ладно, хорошо. Ладно, погнали к Джинни Уизли. Я точно знаю то, что она как бы тут есть. What the fuck? Мне что, по памяти надо, что ли, всех? Или просто по всем пройтись? Я думаю, Снэйк же не будет. Он скажет, идти в жопу. Что? Мистер Уизли, как давно вы посещали гостиную? Там сидит ваша сестра Джинни, и она явно чем-то озабочена. What the fuck? Медленно, плавно. Мышка крутить надо было просто как больной человек. Здесь просто плавненько, медленно. Размеренно. О май гад, иди в жопу! Я не хочу смотреть ролики с этими актерами! Но не приводи с... Да, о, можно скипать! Это можно скипать! Какие повороты судьбы! Иногда все-таки это очень даже плюс. Так можно и сдохнуть. А давайте мы возьмем, да, и покрутимся сюда. Да, спасибо, лестница. Эй, Гарри.
То есть с автоматом я к ней не могу подойти, да? Эй, вы там! Акцел! Депульсо! А чё книжка летает? What the fuck? Амбридж конфисковала кое-что из вещей Фреда и Джорджа. Филч думает, что это бутылочки с любовным зельем. А на что Фреду с Джорджем любовное зелье? Так это и не оно, безмозглый ты тролль. Это яд Докси для забастовочных завтраков. Нужно вернуть эти бутылочки, иначе Фреда и Джорджа выгонят из Хогвартса. Бутылочки хранятся у Амбридж. Гарри, а можешь ты использовать мантию-невидимку, чтобы их забрать? Конечно, вот только заберу ее из спальни. Сюда, заберитесь на что-нибудь. Эй! Чё? А спальня здесь? О май гад, о май гад! Управление, плиз! Что, какая-то маленькая спальня для всего факультета, если честно. Да, естественно, я это хочу сделать, игра. Пощади. Окей, спасибо. Мне это нравится.